друзья, мы находимся в Греции. На горе Парнасос на высоте 2200 метров. Работают сегодня 8 трасс. Погода супер отличная для копания. Ветра вообще нет. Температура минус 2 градуса. Работает горнолыжные школы. Очень много сноубордистов. Конечно, сноубордисты — это беда. Они очень сильно портят трассы. Но кататься им тоже надо. И получаем удовольствие таким образом все вместе. И лыжники, и сноубордисты. Это Парнасос. Супер погода. Сейчас я поеду вниз. К сожалению, я снимаю не камерой, а телефоном. Поэтому мне трудно снимать и кататься. Но постараюсь. В траверс сейчас я еду и снимаю то, что могу. Внизу шале. Вот те люди, которые приезжают только посмотреть, они покататься, они вот внизу, где шале, вы видите, они там останавливаются, пьют кофе, показывают свои суперские лыжи, костюмы и так далее. Курят. Ну, я думаю, это не только в Греции. Сюда есть любители посмотреть. Но я вас призываю заняться этим прекрасным видом спорта. Окей. Я поехал. Выключаю камеру и встретимся чуть-чуть.